Чат, аудитория этого хоррора, смотри. Всем привет, вы на канале Фрайс. Мы сегодня покажем вам всем, что здесь находится. Понимаешь, чат, это типичная аудитория этого всего. Вот, как бы, да, вот. И эта игра как раз для них. А мы с вами взрослые, серьезные дяди и тети. И поэтому нам, в принципе, плевать на то, что происходит в этой детской игре про детскую фабрику. Как может взрослого человека напугать детская фабрика для детских детей? Господи, стыдно, товарищи. Что это? Там что-то есть. What the fuck? Черт! Чат, это предрелизная версия, могут быть легкие баги. Возможно, что-то пошло не так с игрой. Вот, в релизе это все будет однозначно исправлено. Побегу, прикрывайте! А зачем он с барсуком воевал? Я не понимаю. Кабан, иди домой! Берегись, хрен! Выкурю тебя! Пожар! Пожар! Все хорошо. Зона, 3 секунды. Ребят, давайте скорее. Дима, пешком пойдем. Патроны кидай. Патроны. А что, вы все там остались? Нет, я улетел. С Артуром пока остались. Даша, стой тут, жди. Зачем? Кого ждать? А где Артур. Да. Я под танком. А ты, в смысле, ты умерла? Да, ты уронил на меня свой танк. Да, с ботами, кстати, увлекательно играть. Мне очень нравится. А, помогите, боты. Твоя помощь не нужна. Я взял в руки. Так, хорошо. А что за точка? Right arm Молли. Молли, это я так понимаю. Показалось. Показалось и показалось, как говорится, да? Угу. Ладно. Блять! Как-то всрато это все было. Ну как это дальше рисовать? Нормально. Я забыла, как выглядит кое-что. Мышкой очень тяжело рисовать, хочу вам сказать. Не знаю, мне всем тяжело рисовать. Блять, киску, я думаю, жопу. Я нарисовал какой-то хуй. О, боже мой. Киску думал жопу, а нарисовал хуй. Ступаемся на розового. Давайте, давайте. Ну, прыгай. Ну, кто чтоб там? Все поместились, давайте. Розовый. Давайте, пошли. Ебать. Поэтому надо было делать пирамидку. А я говорил? А я говорил? Да, точно, точно. Смотри. Ты как Даша вчера играла в RDR? Ага, еще. Там, в общем, лошадь прискакала во время гонок, назвала ее ебланкой и пристрелила. Эй! Артур! Да. Ты обещал не рассказывать! Все понятно, короче.
Да ладно. Это просто... Блять! Паника! 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 Блять, паника! Увидимся завтра! Никак... Сука, как смешно! Надо остановиться, придурок! О, боже, господи, я чуть не сдох. Егор Дорохов, ты классный стример, играй побольше в классные хорроры. Если не впадлу, передай привет Олесе. Олесе, йоу. Привет, там, в общем, тебе от Егора Дорохова, чтобы, короче, вас все заверте. Только посмотрели друг на друга. Молния, хуяк, вот такие, бля, братан, она такая сеструха, я люблю. И вот это вот, ну, все заебал. Четко в натуре. Что, блядь, произошло? Че, сфоткал, да? Классно висишь, что ты знаешь. А кого выбираем-то? Ну? А. Я не хочу об этом говорить. Штормовой холм. Так. Нет, 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 нам на синий круг надо, ты понял? What the fuck? Чел, ты че там на? Боже, я надеялся, что он упадет в пропасть. Свечено, правда, выглядит очень, очень всрато, как ты знаешь. Найс, искусственный интеллект. Боже, это реально NB. Васянская сборка. Ну что мы будем делать, ребята? Есть какие-то вопросы еще ко мне, нет? Огромный, огромный Лос-Сантос. Угу. Почувствуй себя старым, а мир вокруг маленьким. Вот он. Вот лес. Там уже Лас-Вентурас, смотри. Видишь? Ну, типа, тоже достаточно большой город, казалось бы, да? Вон там Стрипово, видишь, огромный. Вот, вот это пустыня. А, да, там Сан-Фьерро, смотри. Угу. Прикинь, насколько маленькая карта. Смотри, дорога между этим городом и тем, по сути, ну, я не знаю, 500 метров. А с этого города в тот вообще, там, я не знаю, просто проехать по прямой метров 100. Пригород казался бесконечным. Ну вот смотри. Блин, тут столько миссий было, мы тут столько времени провели. Но где мы его тут провели-то, я вообще не понимаю. Просто посмотри на это. Господи, какого хера? Не, ну это лучше она увидит. Что ты мать? О, господи. Не, ну это лучше. Это чистое золото. За это нужно быть готовым платить любые деньги. Я готов вот так вот играть все, понял? Играть будем или тупо рофлить? Чел, ну прости, я не знаю. Так вышло. Прости, пожалуйста, ладно. Прости, чат, я, ну... Действительно. А, квадроцикл, точно, квадроцикл.
Чат, нам нужен квадроцикл. А Джек на подлодке прилетал? А, я понял. Так. S, Z, C. E. Подожди. S, Z, C, Маго. Бан? Это бан? Беги. Беги, бан. Бан. Все, бан тебе. Беги отсюда, быстро. Это как бы галочка стоит уже. А больше ничего не надо. Ого, там такие молнии прям. Ага. Прям молнии. Я тебе говорю, он вон, он вон, прям смотри, молнии. Вон, смотри, вот он летит. Вон он сверху, сверху, вон он. Справа, справа, сверху. Вон, справа, справа. Вон, с молниями, видел? Вон он улетает, справа, спереди. Да, 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 да. Это реально он был. Только вспомнили, сразу увидели. Не понимаю, почему. Да, вот провод. Эй, ты горишь, Артур. Бля! У тебя ХП убавляется. Даша, не смотри назад. Я вижу, я это видела прямо... Я тоже это видел. Посмотри, как его могилка встала. Идеально, да? Смотри, как он поставил. Мой энтузиазм, если ты понимаешь, чем я поднялся, да точно. Понял. Короче, мне кажется, нужно просто обычное дерево. Что, что, что было? Сложно описать, я тебе клип потом покажу. Странно. Ты меня поймал. Держу, держу. Я попался. У меня аж сопли из носа полезли. По-моему, это очень романтично. Серьезно. Смотрите, как красиво. Да. Кадр. Как они друг на друга смотрят. Я думаю, они вожделеют. Мы вожделеем. Если бы об нашей истории... Джек, смотри на Тура. Ты вожделеешь? Я вожделею давно. Все, короче, давайте, наверное, этим закончим, не знаю. Вожделеть. Ну вот. Ну ладно, пойду дальше отдыхать. Только начали вожделеть. Только, блин, начали вожделеть.